Приветствую вас. Давайте мы, наверное, с вами в первую очередь определимся, что делать, чтобы что. То есть, если вы хотите, к примеру, отношения сохранить, это одно. Если вы хотите, к примеру, в себе разобраться, это совсем другая история. А если вы, допустим, хотите там, ну, к примеру, вот просто к примеру, если вы хотите, допустим, свою жизнь наладить, то есть, чтобы вы чувствовали себя, ну, может быть, как-то получше, как-то, может быть, как-то, не знаю, покомфортнее, может быть, как-то еще. Вот, то есть, если вас волнует именно эта история, то это совсем другое. То есть, что делать, чтобы что? Вам нужно выработать отношение к всему тому, что произошло. Так вот, вы говорите, что я, типа, значит, вызывал, да, свою жену, да, чтобы, ну, с ней поговорить. А о чем говорить с вашей женой? Что вы можете ей сказать? Что вы можете ей отдать, что вы можете ей, к примеру, не знаю, пообещать, например, вот. Что? То, что произошло, да, вот. То, что произошло, это свидетельство, как вам, собственно, мои коллеги сказали, да, это свидетельство внутренних проблем, это свидетельство системных проблем ваших, вот. И что нужно, так это разбираться в причинах, почему вы, во-первых, к примеру, так долго были вместе и решили создать семью только вот относительно недавно. Вот. Это первое, что нужно понять. Второе, что нужно понять, это то, почему вы начали ругаться. То есть я надеюсь, что вы не считаете, что, к примеру, там, ну, к примеру, что ругань это нормально. Или я надеюсь, вы не считаете, что в скандалах, допустим, к примеру, виновата только жена ваша. Вот. То есть, если что-то было, то за это ответственны оба партнера. Вот. Ну и, соответственно, это нужно исследовать. Далее, то, что вы описываете, то, что вы начали ругаться, то, что вы начали делать подарки ей, это хорошо, возможно. Так, а дальше-то что? Понимаете? Да, дальше-то что? То есть, ну вот подарки, окей. А помимо подарков, что еще? То есть, знаете, если кроме подарков вы ни о чем, к примеру, больше не договариваете, если кроме подарков вы ничего не решаете, если вы не приходите к каким-либо решением в, ну, в своей жизни, вот, то какой смысл тогда, к примеру, в этих подарках, в цветах,
и так далее. Понимаете, как что? То есть смысл, вот смысл всего того, смысл всего того, что вы делаете, вот. Для меня загадка остается. Вот. Поэтому тут, мне кажется, нужно вот именно все-таки преследовать этот момент. Преследовать, чего вы хотите, преследовать, чего вам не хватает, посмотреть, чего вам не хватает вообще. Вот. И, может быть, уже разобравшись с этим, уже можно будет что-то делать. Разобравшись с этим, уже можно будет что-то вам рекомендовать, к примеру. Ну, потому что, ну, вот так, на данный момент, пока это выглядит, я бы сказал, это выглядит очень поверхностно. Вот, то, что вы описали. И что вот самое главное, это то, что я не вижу в вас желания меняться. Я не чувствую в вас желания меняться. Вот. Не обвиняю, я вас не обвиняю, просто у меня нет такого ощущения, что вы, к примеру, до конца понимаете, что за проблема у вас. То есть, возможно, вы надеетесь решить ее так же, как вы решали ну, проблему до этого. Вот. То есть, просто что-то сделали, да, то есть, ну, там, задобрили, там, задарили подарками, к примеру, и все, вот. Но на самом деле, к сожалению, нет, на самом деле, к сожалению, этого мало. Вот. На самом деле, нужно больше, нужно что-то больше для этого, для того, чтобы ваша жена, к примеру, вернулась, вот. Ей нужно какие-то, ну, гарантии того, что то, что случилось, не произойдет. Вот. Да и у меня нет ощущения, что вы сами до конца понимаете, почему вы сделали, собственно, то, что сделали. Нет, у меня такого ощущения, да, что вы ничего об этом не говорите. Сначала определитесь со своей позицией относительно жены. Считаете ли вы, что она находится в, значит, ну, считаете ли вы, что она права? К примеру, вот. И все, вот это, как бы начните с этого, для начала. А да, дальше уже, в принципе, будет понятно, что и как. Вот. А пока выглядит все таким образом, что вы просто не понимаете, что нужно и что происходит. Вот. Опять же, да, я вас как бы не виню. Я просто хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы понимали, как обстоят дела. Вот. Что вот то, что произошло, да, это не случайность. То, что произошло. У того, что произошло, есть свои причины, и эти причины, они достаточно, судя по всему, глубоки. Вот. Так что определитесь с целями, определитесь со своими мотивами и так далее, да, то есть почему, например, вас, грубо говоря, не
Когда выяснилось, что жена ваша вызвала такси и уехала на этом такси, а вы как бы за ней даже поехали, ну, вот, и так далее. То есть, почему так? Почему так? Вот. То есть, наверное, есть же у вас какие-то мотивы. Были, наверное, какие-то мотивы именно так поступать. Вот. Понимаете? И вот это то, что нужно исследовать, это то, что нужно пробовать, то, что нужно смотреть. Ну, опять же, на мой взгляд, исключительно на мой взгляд, так как мне видится. Вот. Вот и все. Вообще проблема системная. Вот. И думать, что системную проблему вы решите какими-то несистемными методами, да, ну, на мой взгляд, это ошибочно. Потому что если проблема системная, она системная всего того, что вы начали ругаться, вот, еще до того, как все это произошло. Если проблема системная, то ее нужно решать системными действиями. В первую очередь для себя. То есть очевидно, что вы такой достаточно импульсивный человек. Вот. И как бы свои импульсы, ну, нужно контролировать, вот. То есть нужно это все корректировать, если вы этого хотите, конечно. Вот. Только так примерно можно вам помочь. И уже тогда, когда вы все это скорректируете, вы будете знать, что вам делать и как. Значит, смотрите, что я вам могу сказать? Я вам могу сказать, что, значит, вас никто не разведет. Ну, по крайней мере, сразу, да, вас никто не разведет. Даже если жена подаст на развод, вы будете против, вам дадут 3 месяца на примирение. Если вам дадут 3 месяца на примирение, то это время вы можете использовать, ну, как раз вот для того, чтобы наладить связь, наладить контакт. Со своей женой, вот. Как раз так. Так что не упустите этот шанс. И как вам, собственно, сказала моя коллега, да, что вполне возможно, что работать вам придется с психологом по этим проблемам. Вот. Но по каким проблемам? С чем вы готовы работать? С чем вы считаете, вам нужно работать? Что вы считаете своей проблемой? Это еще нужно выяснять. В любом случае, без ваших собственных перемен, совершенно очевидно, что абсолютно ничего не будет. Вот. Потому что жена, она... Ну, она не пойдет просто еще раз на это. Вот. Она не пойдет на какие-то ваши обещания, да, она не пойдет на какие-то ваши уговоры, ну, и так далее. Сама-то знает, что
вы не совсем надежный человек. Для нее вы так видите, по крайней мере. Так что подумайте как следует и уже решите для себя, что вы будете делать и как. Вот. А мы вам, соответственно, всегда поможем, если потребуется наша помощь. Но опять же, это зависит от вас. Понятно, да? Надеюсь, о чем идет речь. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку вопросы. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и очень рекомендую вам, знаете, вот составить какую-то свою такую позицию, да, вот, что вы будете делать, по сути. Вот. Так что вот, такая история. Всего вам самого доброго и удачи.